стен газеты от учеников, плакаты с историческими фотографиями разных времен, арки из воздушных шаров, красивая фотозона, лестница, украшенная цветами. Гости признавались, такому оформлению любая школа может позавидовать. Начался праздник ярко, шумно, просто феерично с выступления никольских барабанщиц, рекордсменок книги Гиннесса. Визит представителей местного отделения «Единой России» Ларисы Лазутиной и Дмитрия Голубкова не случайен. В рамках проекта «Новая школа» партия активно взаимодействует с образовательными учреждениями муниципалитета. Гости пожелали педагогическому коллективу дальнейших творческих свершений. Мы очень рады, что нас пригласили, Дмитрий Аркадьевич. Конечно, мы понимаем, что вот сейчас названа цифра была учащихся больше 1000. Это говорит о том, что школа интересна и востребована. Все пришли поздравить и ветераны, и дети, и те и работники школы, и педагоги. Тем более, что сегодня день учителя. Все пришли поздравить и школу, и друг друга с этим прекрасным праздником. Я, конечно, тоже хотел бы к ним присоединиться, поздравить всех педагогов Одинцовского городского округа с их профессиональным праздником. И пожелать всего самого доброго, наилучшего, чтобы были успехи в работе, в личной жизни, чтобы наши педагоги всегда оставались в той элите нашего общества, в которой мы живем сейчас. Директор 9-й школы Зоя Кушко от души благодарила тех, кто стоял у истоков создания школы. И, конечно, вспоминала самого первого директора Эллу Саламатову, которая всегда и во всем ее поддерживала. К сожалению, ее сегодня рядом с нами нет. Но это человек, который очень много сделал на трудном пути в школе новостройки. И я ей безмерно благодарна, потому что она меня лично очень поддерживала первый год моей директорской жизни. Она первая, кто меня поздравил со вступлением в должность и очень много дала. На празднике вручили награды каждому учителю. Коллектив Одинцовской средней общеобразовательной школы был отмечен дипломом Московской областной думы. Благодарственными письмами отметили педагогов Ирину Кораблеву, Ирину Нетылеву и Людмилу Шурыгину. Пользуясь этим, поздравляем вас от лица Московской областной думы с юбилеем, с праздником. Кульминацией вечера стал праздничный торт необъятных размеров, очень точно выполненный в виде здания школы. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».